Телеканал «Дождь» и Юрий Гагарин с маленькой буквы в одно слово представляют. Поэт и гражданин. Уж сколько раз твердили нам, что чувства добрые кончаются хреново. В Вороне как-то Бог. Читатель, дальше сам, поскольку до Лисы там все как у Крылова. Лиса обычная, но несколько жирнее, и «Федерация» написано на ней. Плутовка в виде сыра раскидывает сети, подходит не спеша и говорит Вороне: «Хороша, ты жрешь тут сыр, а там больные дети. Благотворительность, что может быть святей? Не любишь ты больных детей, покуда ты тут ешь, я собираю средства, немедля кинь мне сыр и облегчи им детство». Ворона же сидит недвижно и смирна, сжимает в клюве сыр, не говоря ни слова. В публичное добро не верила она, а может, помнила Крылова. Лиса вертит хвостом: «Нас знает Петербург. Публичный твой отказ довольно непристоен. Слетай на мой концерт, там будет Микки Рурк». «Да что там Микки Рурк, там будет Шерон Стоун. Какие люди-то поехали ко мне? Ты их вообразить могла в своем краю хоть? А я тебя впущу по бросовой цене. Пол сыра рядом съесть, а весь кусок понюхать. За то, чтобы их нюхнуть, хотя бы за угла я 40 лет назад 2 сыра поддала». Лиса и так, и сяк, а все молчит ворона. Крепка была ее воронья оборона. «Вот сволочь», — думает лиса, — «я тут стараюсь. Полчаса, ну погоди же ты. И не таких ломали, я покажу тебе кометь. Да там передо мной сам Путин будет петь, и песнь о родине сыграет на рояле. Ведь я знакома с ним, он лично говорил, что с детства хочет спеть «I found my thrill». Что слезы у него текут от этой песни и тазом делает вот так, как Элвис Пресли. Ворона, что скрывать, была потрясена. «Как? Путин будет петь?» — воскликнула она. «Как? Как? Он там споет?» — она переспросила. И в тот же самый миг лишилась дура сыра. Он выпал, с ним была плутовка такова. Читатель, не ведись на громкие слова. Коль хочешь ты помочь несчастному дитяти, пойди помоги. И лучше молча, кстати. А если где поет премьер «Сия Руси», ты сыра своего туда не относи. А то, что он поет, кого оно колышет? Все власти русские резвы не по летам. У нас уже бывал генсек, который пишет: «А сыр и ныне». Печатную версию стихотворения читайте в новом номере журнала «Коммерсант. Власть». Поэт и гражданин. Дождь. Optimistic Channel. Смотрите в базовом пакете НТВ+. Континент ТВ в ваших iPhone и iPad и на сайте tvrain.ru.